Российские власти всерьез взялись за гастарбайтеров. Правительство готовит новую концепцию миграционной политики, которая поменяет не только систему въезда, но и проживание мигрантов на территории России. Ксения Батанова с подробностями, Ксюш. Добрый день. Самая главная новость в этой концепции – это то, что правительство рассматривает возможность отменить существующий механизм квотирования иностранной рабочей силы и разрешения на временное проживание иностранцев. Сейчас правительство устанавливает лимит на мигрантов, и если компания хочет нанять работников из-за рубежа, ей сначала нужно удостовериться, что квота еще не выбрана, а уже после этого получить разрешение на найм определенного числа работников. Это действительно неудобно, потребности в работниках могут меняться в течение года, а квота устанавливается раз в год. К тому же эта мера призвана, хоть она и призвана ограничить въезд мигрантов, на деле она не работает. Рабочие просто езжают нелегально, и проблем становится еще больше. Им негде жить, у них нет документов, им не всегда платят деньги. Концепцию собираются рассмотреть на заседании Совбеза, и, как заявил сегодня секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, у такого подхода пока больше противников, чем сторонников. Ну, основные доводы, конечно, такие. Если квот не будет, то в России хлынут потоки мигрантов, и россиянам самим негде будет работать. Спасибо, Ксения Батанова.